Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Суть вопроса заключается в том, что человек боится неудобных ситуаций, вот, а именно, когда ему нужно себя проявить. Человек пасует в этих ситуациях, впадает в ступор, вот, и в итоге момент упускает. Ну, момент имеется в виду, где можно себя проявить как-то. Что здесь хочется сказать? Ну, во-первых, мы здесь имеем дело с страхом оценки. Вы боитесь, ну, что о вас подумают другие люди, вот, вы не принимаете себя, и, возможно, у вас есть, ну, такое вот, если можно так выразиться, такое, ну, застарелое, скажем так, чувство вины. Вот. Это первое, на что хочется обратить вам, ну, ваше внимание. Это первое. И вот такой момент. На уровне поведения, что происходит на уровне поведения? На уровне поведения происходит то, что вы обращаете внимание на других людей, да? Вы обращаете внимание на, ну, как бы, на окружающих людей вы обращаете внимание больше, чем на себя. То есть вы обращаете внимание на то, чего хотят и что подумают другие люди, больше, чем на себя. Вот, а на себя вы в этом смысле внимания не обращаете. То есть себе вы в этом смысле уделяете куда меньше внимания, чем вот, ну, чем можно было бы, чем надо было бы и так далее. То есть основная проблема здесь, она заключается именно вот в этих, ну, я бы сказал, двух аспектах. То есть вот эти два аспекта. И, соответственно, с этими двумя аспектами нужно работать. То есть мы как, вот, ну, мы как психологи, да, вот с этими двумя аспектами с вами можем поработать, и это поправка. Я бы не сказал, что это все. То есть я бы сказал, что еще есть такой важный момент интереса к, ну вот, к своей деятельности. То есть еще есть важный аспект именно того, насколько вам интересно, ну вот, то, что вы делаете, насколько вам интересно то, чем вы занимаетесь, насколько вас это все интересует, насколько вам это все нужно и так далее. То есть это вот тоже такой момент,
достаточно значимый, достаточно важный этот момент. Потому что если вам, ну вот, по какой-то причине, да, не так интересно то, чем вы занимаетесь, если вам по какой-то причине, если вас по какой-то причине не так интересует ваша деятельность, если вас по какой-то причине, ну, вот в этом моменте что-то тормозит, да, то есть, допустим, ну, недостаточно мотивация, к примеру, у вас имеет место быть. Допустим, недостаточная мотивация, допустим, ну, вы выбирали свою деятельность с какой-то вот другой позиции, да, то есть не с позиции там того, что вам это нравится, не с позиции того, что вас это привлекает, да, вот какой-то другой позиции, то это, конечно, тоже, ну, тоже свою роль, конечно, играет. То есть это играет роль, если вы вот выбираете, ну, не совсем то, что, что вам, например, ну, откликается по той или иной причине. Так или иначе. Вот. То есть в этом смысле ситуация тоже, конечно, довольно важна. Вот. В целом вы, конечно, на мой взгляд, описываете вот то, что я бы назвал, ну, просто вот такой неуверенностью в себе, да, неуверенность вот в, ну, вот, в собственных силах, да, и вот, ну, в какой-то степени вы говорите про отсутствие интереса. Потому что, ну, ну, отсутствие интереса именно к тому, что, ну, чем вы занимаетесь. Вот, вы говорите об этом, как мне кажется. Ну, вот в этом, вот, в этом, ну, в этом контексте, конечно. Вот, и, соответственно, хочется обратить, конечно, ваше внимание на то, что вы не задаете свой вопрос, да, то есть у вас вот нету, ну, нет вопроса. То есть, как бы, ситуация, да, есть ситуация, которая имеет место быть, которая вам не нравится. Но нет вопроса, вы чего хотите изменить в этом? Вот. И хотите ли вы, ну, ну, вообще вот что-то менять-то? Собственно, ну, 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 вообще вот в своей жизни, потому что если хотите что-то менять, да, то мы вам, конечно, ну, поможем, если вы хотите что-то менять. Если
Вы просто хотели вот, ну, поделиться с нами вот этой информацией, то вопрос как бы зачем? Да, то есть, ну вот вы выговорили, вы можете ну, перечитать как бы свой текст. Вот. Ну, вы можете вот перечитать. И вы можете заметить, ну хорошо, а дальше-то, дальше что? То есть чего я дальше-то хочу? Вот. Ну, то есть, понятно, вот, что есть такая вот, ну, проблема, да, и такая вот ситуация. Что я хочу с ней делать? Что я могу с ней делать? Что я буду с ней делать в этой ситуации? Да, как бы. То есть это вот такие вот вопросы все, на которые вам, ну, желательно как-то вот, ну, подыскать ответ, как мне кажется. Вот. И уже после этого в какой-то степени будет, ну, как-то вот более понятно направление, в котором вы хотели бы двигаться. Вот. Сейчас это, ну, просто информация сейчас. Это, вот сейчас это просто информация, которая, ну, которую вот мы просто как-то вот можем, допустим, ну, принять к сведению, да, но как бы что делать с этим, вот, ну, пока что не совсем очевидно, вот. Ну, для меня, по крайней мере, вот, то есть, ну, вот, направление проблемы я вам указал, да, именно вот направление проблемы. А дальше вам уже, ну, нужно как-то вот, ну, самой решать дальше, вот, чего вы хотите и в каком направлении вы хотите это. Ну, то есть, вот. Естественно, можно очень просто, можно там, допустим, ну, к примеру, просто взять, да, и, ну, там, как бы, к примеру, сменить, ну, сменить вашу сферу деятельности, вот. Допустим, можно сменить сферу деятельности. Вот, можно убежать от всех, можно, ну, кардинально изменить свой образ жизни, свой подход к жизни, вот, подход там, не знаю, к людям. Вот, и все это как-то вот можно изменить. Но опять же момент здесь в чем? Здесь момент в том, что решит ли это, ну, вот вашу проблему, да, как бы, то есть вот какой момент. И вот это как раз мне кажется, что ну, мне кажется, что не решит. Вот потому что, а,
ну, ситуация сама по себе, она не изменится. Вот. Поэтому я вам, вот, честно говоря, да, и пытаюсь, ну, как-то вот донести до вас этот момент, донести до вас эту ситуацию, вот, раскрыть ее, может быть, под таким углом, вот, который, ну, вот, вы сами не видите, да? Потому что, ну, то, что, ну, вот, то, что вам, допустим, неприятно, вот эта ситуация, да, которая вот, ну, произошла. Это очевидно, то есть вам она неприятна. Но как бы это первый шаг. Ну вот, который вы сделали, это первый шаг. Вот. Теперь, как мне кажется, у вас, ну вот, второй шаг, теперь, ну вот, перед вами, ну, находится вот второй шаг. Вот. Это когда нужно решать вопрос того, чего я хочу и чего я не хочу. Как бы. Понимаете, да? Вот. Если я, ну, к примеру, чего-то хочу, ну, допустим, если я чего-то хочу, то как я это хочу? Вот. Если я что-то хочу, вот, ну, вот, в себе менять, ну, допустим, то как я хочу меня. Как-то так. На этом все, пожалуй. Вот, надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду вам благодарен за обратную связь, вот, по моему ответу. Это позволит вам, ну, начать над собой работу, это позволит вам начать как-то вот двигаться, ну, двигаться дальше. Вот, я вам желаю всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Вот, я желаю вам уверенности, я желаю вам, знаете, такой веры, ну, вот, ну, в таком хорошем смысле этого слова, вера в себя. Вот. Обязательно обращайтесь за помощью уже вот в такой, да, индивидуальной основе. Вот. Мы вам поможем. Удачи!